что, в каком состоянии находится особенно дорога республиканская, основная трасса Псоу-Нилу. Соответственно, как балансы держать, Абхазавтодор должен определять участки, требуемые к срочному восстановлению аварийные участки, участки, которые подвержены наиболее интенсивному воздействию. И, соответственно, исходя из этого, именно Абхазавтодор должен определять, что именно вот этот участок в первую очередь, а потом остальное. И вы должны определять, что, где необходимо делать. И я вот требую, чтобы вы именно с такой позиции подходили к этому вопросу. Вы должны сказать, кювет должен быть такой, ширина такая, глубина такая, градус падения такой. Этот участок, бордюр должен, высота быть такая, протяженность такая, размер такой, ширина бордюра такой-то. Значит, деревья вдоль трассы республиканского, участок, допустим, Приморская, 4 дерева нависают над трассой. Убрали, срезали, согласовали с экологами, вопрос снят. Соответственно, здесь нужно четкое взаимодействие. Я думаю, что нам необходимо будет титульный список определять. Вот у вас есть статьи расходов все-таки, да? Вот вы говорите, вот на этот участок дорог, условно говоря, говорили там 2 миллиона 100 или там 3 миллиона 100. Надо понять конкретно, что туда входит, чтобы мы могли контролировать, а что в итоге сделали. Поэтому просьба, титульный список. Реализация мероприятий по дорожному фонду будет согласовываться с правительством, как оно должно быть, по моему мнению. Я думаю, что вы, в принципе, с этим согласны. Значит, мы готовы к плану финансирования, к работам по подготовке к курортно-летнему сезону. Мы готовы. Если до этого, да, работы шли, если более... Мы не широким фронтом мы не шли, только по той простой причине, что погодные условия и так далее. Вот сейчас погоды открываются. Да, сейчас можно будет масштабно. И они будут замечены, они будут бросаться в глаза. Будет трафик еще загруженный, чем обычно. И наверняка бутылки, да, склянки, всякие пакеты, значит, и так далее вдоль трассы валяются. Если у нас есть организация эксплуатирующая, закрепленная за данным участком, надо знать, в каком графике она работает, с каким интервалом она убирает трассу и освобождает уровень. Все? Договорились? Да, хорошо. В прошлом году